Блять, надо Апис осмотреть, что это такое вообще за ДПС. Так. Чумки, сапоги, это о многом говорит. Геровский. Да он лол есть. Вообще не понимаю, блядь. Ну, ну шмот-то хороший. Апис, ты с собой плохо играешь, да? Вать, да нормально он все играет, он просто бьет то, что должен бить. Да вот и все. Ну как так? Как, блядь? Я 10 десятку даю, вон Миша Киша на 9 месте. А как он ниже? Давай начнем с того, что у всех ДПС такой днищенский. Кроме, так, я не знаю, даже кроме Хавкера. Посмотри, даже по размеру нанесенного урона ретрики из тьмы выше, блядь. Чем Критамаска и Апис, блядь. Это ж пиздец. Не переживай, сейчас мы разойдемся. Если будет так продолжаться. А, ты принимай сон. Мага, зайти местовой, да если чё. Давайте, давай, бафайте. Зайди лучше хулипалом. Есть тебе хулипал? Срочно АФК надо. Угу. Лапу дайте. Вы бы лучше Аркану поменяли, который без таланта. Что ты говоришь? Говорю, Аркану лучше поменять, который без таланта. Потому что он так слабо одет, а без этого таланта он вообще в жопе по ДПС. Ну, если кто-то не заметил, то остается минута до берсы у Халёна еще 12 лям. Это так еще. Ну да. Там был вайп, там было бессмысленно что-то говорить, но за минуту 12 лямов не убивается, так что... Я бы советовал поменять мага без этого таланта. Но это просто мое. Вон Виталий сидит, пускай Навара заходит. Вместо мида. Кого именно мага? Здесь куча слакеров. Аркан один. Мид. Первый карта. Или два. А, два? А, ну да, ни в одного, ни в второго не вкачан талант. Вообще, пацаны, красавцы. Как талант называется? Колдовское поглощение, оно апает тебе дамаг на 15% под щитом. Ну, то есть ты ловишь один тик лужи и начинаешь бить вспышкой света. Ой, света, вспышкой по 44 тысячи где-то. Ну да, ничего себе, блядь, целых 15%, блядь. Там же всегда урон выходит. Это для РС талант качается, как и коту размах, а они не качают. Не, он не вкачан тоже. А, это для арканов? А, это для арканов, ну так... Ладно, пробуем так. Ну, 15% урона это, ну, не слабый такой буст. Если сейчас все идеально будет, никто не умрет и берса будет, тогда будем менять. У нас было минус 2 или 3. Когда там 12 лямов и минута берсы. Трися, готов? Этого я, конечно, обещать не могу, да? Дайте МП5 по приставку. Трися, готов? Есть планка на хп. Не это. Трися, ты тут? Начинаю нервничать уже. Есть на хп, подойди сюда. Кого нету? Триси. Триси, хорош бухать, алкоголь зло. Возвращайся. Курит, наверное. Саша, алкоголик, возвращайся. Саша, электрик.
Говорят, из-за вон той хуйни у людей лагает. Че это за хуйня такая? Давай пока его заменим. Вон там этот Виталий где-то сидит. А. Ну они не душают доверие что-то. ВВ. Так, шкаф. Все равно мы тогда повесим. Все, ребята, настрай, потом передурила уфу и все. Надоело. Кто будет релить? Это с Варенька поверили. Варенька поверили, ты бьете спокойно. А зачем ты меня самонишь? Я просто далеко стою возле дерева. Какой 5,7, блядь? Че они курили? Все, все здесь, Валера, начинай. Каску по аллу этому пистолету там, да, еще. На эти бафы там на него. Далее подряд. Венс. Бежали на тебя. Мы уже в рейд. Леон убил. Метка. А Венс остаешься добивать голема. СДПР тоже. 5-4 пати. Остается добивать голема. Клинчи в метку, встали в подряд. Метеор побежали. Все играем в Халион. Мало дамаги, нужно переводить. Равен метка. Подбежишь к этому ДДК, крикнешь на ХП. Калион играем. 10 секунд. 9. 7. 6. 5. 4. Прислайфь. Прожимайся, заходи. Венс, ты зашел, и я тебе сказал остаться, а ты зашел. А мы опять втроем бьем. Скажите, когда зайти. Заходите. Этот мах еще и сдох. Беги, малышка, беги! Миша, Киша, подымешь его. Фаза. Выходим в свет. Миша, Киша, возле Халиона. Миша, Киша.
Нет, не давай. Ай, блядь. Ёбаный стыд. Пизда, давай вот так. Вот сюда, видишь, где он стоит? Вот этот маг, вот, возле квадратика, видишь? Берни его. Побежали, метеор. Пиздец, блядь. Ты сам будешь диспелить себе? Да не диспелить, вы нихуя не умеете. Рост дел. Давай, рост. Во тьме рост, свету рост, бейте. Большого голема, трэш бейте. Равен метка. Конскюрит метка. СДПР гимноману. Побежали, поставь тотем на ману. Свет бьем только трэш. Сидим за лужами. Киша, киша, метка. Понятно, я подиспейлю с тебя. Срезку прожми, протопал. Тебя невозможно хилить. Добейте большого голема, РДД. First life метка. Побежали, метеор. Мелкий трэш добивайте, по ходу дела. Сакру. Сакру дал. Смотрим лужи. Большого голема играем. Два ханта на меня трэш идет. Мид, метка, мид, проснись, мид. Потом метку назад, назад метку. Уже упадем, завидим, который не дамажит, мы не успеем до берсы. Все равно я хочу посмотреть, что будет. Побежали, метеор. Бьем, бьем, нормально. Да мы пока есть в метке. Будет 60 свету зерками. Лужа в рейде. Свет бьем трэш. Мага ДК метка. Джерин, прожмись на мне метка. Побежали, метеор. Каплю на Джерину давай. 40 стопаем, ждем 60, потом зерпим. Кавкер, метка, выноси. Анка, молодец. Я был в сакру. Знаете чего? Какого хуй вы делите, когда я даже не добежала до стены? Пожалуйста, простите меня, у меня просто горит от вас. Значит, проблема диспейлера. Только трэш. Выживайте. Давин, метка. Джесс, хиль танка. Стали в комбинат. Вот 60, сейчас только на пул мелких и босса добиваем. Мы успеем, 40 секунд у нас, не падайте. Бежали. Нет, с маской главное. Да сука. Да. Блять. Ну бабл жмите нахуй в тьме, блядь. Дайте нам время. Пэр метка. Так, глям, 200 я смотрю. Зеркаль. Попробуйте. Ну давайте посмотрим. Да я боже просто, мой. Просто, блядь, зерк нахуй. Божья помощь. Ёбаный. На тебе Релла. Распределение добычи. Где там? Держи. Всем спасибо, всем пока. Треснете все. Маны нет. Пока. Еле-еле убили. Вообще пиздец. Ну ДПС как бы в натяжку, но хватает как бы, если никто вот сейчас не играет. Мы там во тьме сдохли все, вы добили тупо на соплях на последней секунде. Он бы отхилился там, насколько он валял на кровь. Здорово, Ребзи.
Так, кольте на МСП, надо кому-то. Ой. Вячеславия 301. На мои наручи кожаные. Там мой шаленси выше. Надо кому-то на мой спех? Да, мне. Какие-то маки цвета. Хило с этим ринканить тоже. Без протопал. Все, все зашли, там я начисляю. А кто у вас в тьме упал там первый? Первый упал Аршан, потом я упал. Какой Аршан? Сначала упал маг. А, да, сначала маг упал. В конце, вот когда... Меня никто не хилил. В конце я упала, потому что с меня не сдиспелли. Точнее, сдиспелли, пока я не добежала до стены. Вот что было. И это постоянно. Я смотрю за человеком, он не добегает до стены, с него уже диспелит. Ваня говорит, ты, да, так диспелишь. Простите, у меня реально горит от этого. Я играю за Холи Приста, я всегда смотрю, чтобы человек добегал до стены, туда диспелю. Вам еще что-то есть? Будет? Да я не знаю даже. Все поофлились. Фейкас будешь и ВК собирать? Я не любитель собирать ИВК. Ну там ничего сложного нет, блять, если хотите, собирайтесь. Пойдете его. Это чё? У тебя 16, а уроки 13.